сегодня родительский день. Кисловодцы и жители города идут в храм почтить память своих близких родных. Вот памятник жителям Кисловодска. Это, наверное, парк Победы. Вот у нас стена памяти. Такое тихое, красивое место. Имена, фамилии, год, когда погибли наши герои. Но это их звание. Такая красивая площадь, ухоженная. И вот два храма. Видите, храм православный и мусульманский, мечети. В этом городе все живут очень дружно, уважительно друг к другу. Так и должно быть. По-другому никак. У каждого своя вера, но единение народа чувствуется. И это очень приятно. Несмотря ни на какие перипетии, мы вместе. Спасибо Кисловодску, прекрасному городу, спасибо людям, которые здесь живут, что они создали такие хорошие места, как курортный парк. Помнят, чтят память своих предков. Я сейчас еще подойду к другой стеле памятной, чтоб уже видели. Памятная стела 1941-1945 год, тоже посвящена периоду Великой Отечественной войны. А здесь у нас тоже герои войны. И даже бюсты известнейших людей в городе Кисловодске. Награжденные орденом Отечественной войны первой степени за большие заслуги и самоотверженную работу трудящихся города и лечение, восстановление здоровья воинов после войны и во время войны. Многим нашим солдатам, офицерам спасли жизнь, поставили их на ноги. Вот такая памятная стена. Спасибо Кисловодску.